Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Здесь мы зарабатываем криптовалюту в интернете бесплатно и на криптовалюте. Так, ребята, это будет новость, это будет не дроп. Ну, то есть для кого, для того, кто уже прошел его, то просто послушайте, сделайте, если хотите, конечно, так, как я говорю. Если вы еще не получали этот дроп, то регистрируйтесь на бирже, дают 2000 токенов от биржи, которые они оценивают $200. В общем, можете посмотреть вот это видео, ссылочку я оставлю в описании, кто там не зарегистрировался еще, и получите свои токены. Но в этом и заключается суть моего видео. Сейчас я не буду долгим его делать, просто скажу, много из вас нет в телеграм-группе, что я вас постоянно прошу, так бы я написал здесь и в телеграм-канале, и все, не пришлось бы целое видео делать. А так приходится делать видос, так что добавляйтесь. В общем, ребята, нужно еще проделать верификацию. Много мне людей написало после моих видео, что: а вы знаете, что нужно еще верификацию пройти? А вы знаете, а почему ты не сказал? А почему ты то? А почему ты все? Да я и сам, если честно, не был уверен там на 100%, что нужно это делать. Но мне больше и больше людей пишут, что нужно проходить верификацию, чтобы получить все-таки монетки. Это несложно. Сегодня я тоже общался с людьми, спрашивал, говорят, да, проходить надо, там уже проходили в группе у них. Отвечает, ну, правда, не админы там, что да, надо пройти. В общем, я взял и прошел верификацию. Сейчас вам покажу быстренько, как это сделать. Заходите в свой аккаунт. Вот нажимаете сюда, мой аккаунт вам выдаст вот verification. Видите, что вам нужно сделать. В первую очередь нужно заполнить вот имя, отчество, фамилия, выбрать ваш пол. Mail — это мужской, female — это женский. Здесь месяц рождения, день рождения и год рождения. Страна, город, улица, где проживаете, дом, номер квартиры и почтовый адрес. Нажимаете потом submit, и на вот этой страничке вы выбираете, что вы будете отправлять. Вот паспорт, можно загранку, National ID Card или водительские права, если есть. Я водительские права отправил, но здесь, видите, фронт, короче, переднюю сторону и заднюю сторону. Сейчас. Обе стороны, спереди и сзади, вот так. То есть я сделал так, загрузил просто-напросто два изображения, зажимаете Ctrl, выделяете одно, вот так, потом второе, ну, кликаете, да, и загружаете вот сюда. Я думаю, так будет правильно, но фиг его знает, мне еще не одобрили. Дальше, сюда, с тем же самым удостоверением личности, что вы загрузили вот сюда, делаете селфи, пишите coinsbit.io и дату, в общем, да, день, месяц, год и ваши права, например. Ну, еще здесь пишут, что типа, смотрите, на этой картинке есть ссылка, сегодняшняя дата, тара-та-та, и ваша подпись подойдут. Вот так. Загружаете вот сюда, нажимаете submit. Все. Вам потом вот это выскочит, да, файл successfully sent, то есть отправлено, но я вот обновляю. И нифига пока что не одобрено. Да, вот submitted. То есть отправлено, но не одобрено. Проверять. Пока что меня также и вас будут проверять. Напомню, что здесь трехуровневая рефералка. Вы зарабатываете не только с аирдропа, но еще и с торгов. Если кто-то там будет у вас торговать, например. Не знаю, будут или не будут, но на аирдропе это круто. Так что, кто не забрал, забирайте. Кто уже забрал монетки, проходите верификацию. Это стандартная вещь для практически любой биржи. Ну, есть, конечно, не надо, но вот здесь для получения дропа лучше ее пройти, потому что, чтобы потом не было никаких проблем. Ну, все, заканчиваю видос, я вам информацию сказал. Все, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь, конечно же, на канал. Всегда вам буду очень рад. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и работаем!